Я просто привык пирамидкой там 20, 15, 12, 10. У тебя это не разминка, а работа. Да? Ты, поэтому ты подходишь к рабочему весу уставшим. Может быть. А разминка должна быть разминкой. Привет, друзья! Сегодня у меня в гостях снова Стефан. Вы уже полюбили его. Привет, Стефан. Да. Сегодня мы вам покажем тренировку на гликолитические мышечные волокна и на окислительные. Уже наконец-то практика. Вы увидите, как это делать не в теории, а именно вживую, в зале. Мы полностью все покажем, как это все делать на практике. Мы покажем для тех, у кого мало времени, сжатую тренировку, да? Как мы сделаем, можно соединить, правильно? Как соединить, можно соединить в одну тренировку и гликолитические, и окислительные. Но если у вас есть время, лучше все-таки разделять эти тренировки. Конечно. И мы сделали по два круга для гликолитических и два круга для окислительных. Но если вы будете разделять, лучше делать по три круга, да? Три круга. Разминка наше все. Ну что, друзья, сегодня без особого монтажа, с комментариями Стефана, вы увидите тренировку. Именно практическую тренировку на гликолитические мышечные волокна и на окислительные мышечные волокна. Как вы понимаете, на гипертрофию этих волокон за счет гиперплазии миофибрил. Хватит теории, сегодня только практика. Смотрите, наслаждайтесь, черпайте информацию из первоисточников, можно сказать. Кому, может быть, тяжело зайдет этот ролик, не переживайте, я сделаю более короткий, компактный ролик со своими комментариями, где непосредственно уже урежу, обрежу все, оставлю только необходимую информацию. Как, что, зачем и куда включать. Сегодня же просто посмотрите и не забывайте, что все начинается с разминки, заканчивается заминкой. Не игнорьте это. Я общаюсь со многими пауэрлифтерами, они тратят на разминку 15-20 минут. На общую разминку, на специальную разминку. А теперь засеките, сколько вы тратите времени на разминку. Хотя слово «тратите» здесь, естественно, не подходит. Ну что же, вот мы размялись и погнали тренироваться. Что сейчас? Сейчас просто полученный мисс. Штамп сделал место. Сколько повторений? Ну, примерно 10-15. Okay, specific warm up with 10 to 15 reps for bench press. Теперь начинаем первое упражнение, сделаем специфическая разминка. И начинаем 10-15 повторений, потом добавляем вес. Сделаем три упражнения по кругу. Три упражнения. Это называется триплекс. Когда три упражнения сделаем. Жимьёджа будет первым, а потом пресс сделаем и бисепс. А бисепс мы можем сделать. Да, я могу принести штангу из дома. Разминку сделаем специфически. Сейчас специфически. Буду готовлен сразу. По сколько повторений будет? Разминка зависит от самочувствия. Если чувствуешь хорошо, можно где-то 10-15. Это не очень важно, но затем мы хотим вес увеличивать постепенно. Это очень важно.
кроссфитовские, большие, но легкие. Может быть, а разминка должна быть разминкой. Сколько повторений тоже не надо? Вот он как раз перед разминкой убивал целый день. Разминка тире тренировка. Обычно, что делал? Обычно магнющие начинают сама тренировка. Но затем сегодня я хочу показать, как можно тестироваться тоже, чтобы определить точный вес. Поэтому будем добавлять до тех пор, когда он сделает 4 повторения. Когда он сделает 4 повтора максимум, это означает 90% от максимума. И тогда сделаем определение, какой вес мы будем использовать на эту тренировку. Хорошая разминка с тремя блинами. А теперь уже тестирование. Fucking sure. Теперь, что мы хотим сделать? От 3 до 5 минут. Поэтому мы начали тренировать и будем сделать. Первое упражнение сделали, а потом сделали второе упражнение, чтобы мышцы чуть расслабились, и потом идем на бицепс. Поэтому сделаем по кругу. Теперь начали тренировать. Принцип изотом. Это означает, что мышцы сокращаются, а не расслабляются. И сделаем, чтобы мышцы делали примерно в течение в районе 30 секунд. Он начал примерно где-то 30 секунд. Идем до минуты, а потом даже можно держать. Держи, 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 подожди. И время. О. Стефан, говори погромче. Погромче, окей. Начали тренировку, да? Начали тренировку. Давай, 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 не сидим, не сидим. Сидеть нельзя, да? Сидеть нельзя. Все время гуляем, ходим. Не сидите. Ну, в принципе, не надо, потому что здесь не очень важно. Главное, что АТФ. Когда начнешь тренировать армрестлинг по Силуянову? Когда Силуянов начнет ДНФ и заработаешь. А он умер. Время под нагрузкой мы хотим увеличивать. Поэтому он 2 и 25. И 25, да? Да. Примерно 5 минут прошло, но мы уже сделали 3 упражнения. Сделано грудь,
сделан на пресс и на бицепс. Поэтому видишь, что у меня шов восстанавливается, но времени не потеряем в таких моделях. Поэтому начинаем, это уже второй подход. Второй рабочий подход. Второй рабочий подход. Сколько сейчас? Это теперь, что хочу сделать. Сколько он сможет, но мы хотим сделать время под нагрузкой большой. Поэтому посмотрим, что получается. Примерно 40 секунд, он закончил в 38 секунд. Сделал время под нагрузкой 38 секунд. Очень большое. Хорошо. Гликолитические мышечные волокна. Гликолитические мышечные волокна работают сейчас. Примерно мы хотим работать от 20 до 40 секунд. Но вес достаточно большой, поэтому 38 секунд это очень сильно. Очень хорошо. Сделать подъем примерно минута. Пресс. Пресс и туда. И больше там будем убирать, примерно где-то 20% убираем. А можно вопрос про гликолитические вот эти волокна? От 30 до 60 секунд правильная работа на них, да, чтобы они росли? Нет, мы работаем время под нагрузкой. Под нагрузкой, да. Время под нагрузкой должно быть от 20 до 40 секунд. А 30-60 это что, это уже окислительные? Это 30 секунд. До 40-45 секунд это на окислитель. Почему-то слышал про минуту, 30-60. Это про что? Может, я неправильно слышал? Я раньше тоже так говорил, 30-45. 60 это сильно много, но здесь главное закисление, но не усталость. Если ты чувствуешь, что ты устал, это уже... То есть жжение, но не усталость. Жжение, но не усталость. Если идет закисление больше 40 секунд, это означает, что будет очень сильно закисление. Это уже плохо влияет в конце тренировки, потому что мы еще несколько упражнений будем делать, и поэтому суммарный объем будет очень сильный. Поэтому идем туда. Это немного. Что время после жим-лежа я не остановил, и идет, он будет где-то примерно 30 секунд работать на пресс. А пресс мы уже работаем вивинь изотон. И держи вверх. Видишь там, что идет работа. Все. Нормально. Хочется посидеть. Очень было высоко. Вверх. Минут прошел, когда закончились жим-лежа, теперь идем на бицепс. Примерно хотим то же самое. Время под нагрузкой высокое. Начинаем 40-22. Давай посмотрим сколько. Раз, два, пауза внизу, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11, 12, держи внизу, идет, и еще один. Окей. Это примерно 40 секунд сделал время под нагрузкой. Это очень сильно. Нервная система тоже должен восстановить, чтобы стимул был сильный.
Поэтому примерно минуту отдыхаем и вернемся в третий. Это значит, сколько повторить? Еще один сделать, да? Последний еще. Всего три сделали. Ага. Не, сделали два рабочих. Да, последний сделали. Еще третий подход сделали. Еще один. Еще один. Окей. 5 минут. Мы сделали за 5, чтобы показать, что это реально возможно, но затем интенсивно. Люди не потеряли. Интенсивно. Да, очень интенсивно. Лучше и время дольше. Тоже не потеряли. Если так, дольше отдохнуть, то легче будет делать. Легче будет, но затем мы хотим, чтобы было dense, называется, density. Это плотность. Плотность тренировка была высокая, поэтому тоже. Это не интенсивно, это плотность. Интенсивность — это вес, объем — это количество повторений, а плотность — это все, как сделать в течение короткого времени. Я думал, это интенсивность называется. Это плотность. Интенсивность — это вес. Сколько он делает — это вес. Количество повторений — это объем. Можно считать объем, количество, вес, не нужен на повторение. Да. Ну, что? Тоннаж, так называемый. Тоннаж, да. Да. Тоннаж. И последний. Посмотрим, начну и сделаем. Посмотрим, сколько времени вот нагрузка будет. Секунд. Тяжело. Время под нагрузкой. Очень тяжело. Сделаем минут ода. Пресс. Начали 30 секунд было. Будем точно по закону 30 секунд сделать. Хочется не расслабиться. Поэтому нельзя идти до конца. Еще 5 секунд. И держи вверх, держи. Рабочие уже как будто 33 и раз. Можно паузу чуть-чуть. 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9, 10, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 1,
хорошо. Здесь все? Все. Первый круг, все. Еще другое? Здесь же? Нет. Другое упражнение. Вида нагрузки. Это обычный. Это обычный тренажер. Если вы поставите сюда, то будет включаться больше верхом придут в конце. Если добавлять вес сюда, на нижнюю часть, то будет больше вместе именно на старшем. Это очень важно. Такого мало не есть. Люди используют для этого зрение. Мы можем это не смешать. Потом сделать планк для пресс и идем на бицепс. Начинаем. Время под нагрузку. Он должен быть от 20 до 40. Темп нормальный. Можно паузы сделать между каждым вторым и вверх. Вот.
нас уже прошло 20 секунд, продолжаем. Сделали еще два. И раз, последний и два. Окей. Смотри, практически 38 секунд. Это очень хорошо. Сделаем минуту отдых и сделаем план. Можно чуть назад, чуть вниз. Задница ниже. Задница ниже. Голова вверх чуть-чуть. Вот. Задница ниже. Еще ниже. Да, держи. Вот. И держим. Еще 10 секунд. Продолжай дыхание, не забудь под внимание. 3, 2, 1, время. Вот. И сделали 30 секунд. Это нелегко. Бабку. Это тоже нелегко. Тем более. Тяжело. Я пошел в плане. Да, конечно. Статика. Поэтому тоже фитнес — это очень хороший модель, которая пока идет 3 минут после работы на грудь, и теперь идет на бицепс. Значит, это 3 минуты, да? Имею пауз, пауз. Уже 25 секунд. Будем целых 40 секунд сделать. Еще повторение, держи, и все. 40 секунд работали. Отдыхаем минуту и повторяем 3. Мастер, хороший опыт, поэтому все полезно. Все по плану, больше до 10 минут отдыхать. Мы не хотим дать большой опыт. Я хочу, чтобы он чувствовал этот стресс. Этот стресс хорошо, чтобы выделять большие количество гормонов. Поэтому уже 20. И просто последний. И время. Все. Сделали 30 секунд время под нагрузкой. Очень хорошо. Тем более вес достаточно большой. И время. Ниже. Дышу. Еще 5 секунд. Дышать надо. И время. У меня просто жопа здоровая, поэтому кажется, что она поднята. Да нет. Можно сделать, как Майкл Джексон. Вперед тазом. На прессе два раза сложнее становится. Там денег не платят. Денег не платят, медальку дают, и что за то? Абонемент все равно платите. Интенсивно, да. И вес, и время под нагрузкой. Мало отдыха. Тем более для мышц. Мы хотим, чтобы было определенное оптимальное время, поэтому примерно это 5 минут. Теперь посмотрим, сколько мы сможем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, еще 2. Это же 30 секунд прошло. Последний. И держи. Все. Это 40 секунд. 40? Очень. Затем я как-то задумался о фоне, потому что у нас тоже есть ученики, которые любители, не профессиональные. И тогда они не имеют возможности тренировать больше 4 раза в неделю, например. И что мы сделали? 3. Последний круг мы будем сделать все наизусть.
расслаблении мышц. Последние тренировки будем работать на кислении. Да, и это чувствуется, да, в отдельных электрических. Есть смысл, если такие ситуации, как я и сказал, будет такой ли работа, то три тренировки, например, не надо было не больше, чем 4 раза в неделю, они не могут разделить гликолитические на кислении. Поэтому начали от гликолитических, потому что это самый высокий порог, и заканчивая на кислитель. И тогда получается, все мышцы, которые ведут, все мышцы, которые ведут, и гликолитические, и кислитель будут работать. Это тоже получает обычный. На 35 секунд сделали даже третий подход, второй круг. Третий подход, второй круг. Первый круг, второй круг. Время было минут 20. Упс. Да. И будет работать чуть-чуть на кислитель. И сделаем. Раз, два, уже только 10. 3, 4, 5, 6. 9 и последний и 10. Держи. Все. Закончили 2 круга. Теперь идем на окислительный. Мы будем сделать кроссовер. Кроссовер сделаем. Потом это бирдог. Я покажу это тоже для спины. Но теперь для задней части. И сделано упражнение на бицепс, которое я очень люблю и показываю. А, да, это новый. Артем нарисовал. Да, серьезно? Я вижу, наверное, вот работали и только наполовину вернули обратно. Мышец должен быть все время под нагрузкой. Под нагрузкой. Это самый главный. Когда работаем с паузами или без? Это пауза, это не важно, но затем время под нагрузку должно быть высокое. А если не паузу сделаем, будет сложно, чтобы считать, да, и количество повторений будет очень много. А затем не надо очень много количества повторений. Примерно, чтобы было мышечная работа примерно 30 секунд. Это важно. Количество же вообще не важно. Там количество вообще не важно, потому что... Хоть 3 раза. Потому что можно даже 3, если это очень медленно, но затем... Тоже есть вариант, если человек работает с скоростью движения очень медленно, тогда будет сложнее, когда он быстро работает. Поэтому мы хотим в середине, не очень медленно, не очень быстро. Okay? Да, что, начинаем? Вот она, обратно. Окей, теперь будем по изотон. Время мышц все время под нагрузкой. Это самое главное. И так, с такими упражнениями можно посмотреть, потому что здесь не расслабляется мышцы. И поэтому все идет по плану.
уже работаем на кислительной мышцы, поэтому не так тяжело, как было. И держим, держим, держим. Время. Уже 30 секунд прошел, и держи, он держишь, держишь, и все. Видишь, еще раз, теперь, да? Теперь уже идет соизмерение. Да. Да. Пока отдыхаем, вопрос. Да. По поводу режима выполнения, позитивная и негативная фаза, я заметил, вообще все в зале, сейчас в частности Егор, ну, в моем, опять же, понимании, раз, два. То есть негатив должен быть в два раза сильнее позитивно. Да. А почему? Так... Это очень хороший вопрос. А почему негатив? Потому что у нас называется эксцентрическая сила. Эксцентрическая сила более экономичная, поэтому тратит меньше АТФ в это время. Поэтому, ты сможешь подольше. Подольше, и поэтому, чтобы что получить. Там? И начинаем. Всегда просто стараюсь на негативе акцентироваться. Это как большая часть работы. Вот, работа раз. Хорошие инструктора так всегда два. Делают. Раз, два. И держи. 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 И время. Что там? Don't grab the charger. Oh, you have to sit there, right? Yeah, like I can't sit in front of the даже чуть выше поднимать. Не могу выше. Затем не до конца. Уже прошло 29. You can shove it off. You're almost done, honey. Время. Продолжаем. Еще 5 секунд. 3, 2, 1. Последний и время. 30 секунд работаем. It's a workout by science. Excursions? Hill excursions. Все? Я хочу еще круги сделать, но просто не сделал. Только для груди будем сделать отжимание. По изотону тоже. Это очень хорошо будет классно. Это уже очень сильная тренировка. Если обычные людей сделать, то что? У меня пока хватает. Линдси хочешь кушать? Очень главное здесь. Я ее понимаю. Сделай до конца. Остановить чуть-чуть. Я так, Mountain Dew попью и готов. Перейти за хорок. Ну хочу сахар, блэк все-таки, слишком много ем. Ну снимаем, блядь, заебали. Ты поговори мне еще. Время. Также 30-30. 30 секунд работали, 30 секунд отдыхаем, будем 3 сделать. Это еще супер серия. Закисление идет сильно тоже. Поэтому, что мы рекомендуем, чтобы заканчивать пешком, ходить пешком можно 5 минут, чтобы закисление... Замин брать. Да. Ну, вот эту молочную кислоту мышцами разогнать, чтобы убирать. Да, все, сделаем последний.
Еще 10 секунд работаем. Три, два, один, время. Окей. Нормально. Теперь сделаю заминку. Заминочку сделаем. Да, 5 минут. Или просто можно ходить по залу. Ходить, да? Ходить по залу. Самое главное, не остановиться. Не стоять. Убирать все это закислить. Чтобы другие мышцы... Другие мышцы должны работать, чтобы они помогали ионоводороду убирать. Стретч можно сделать, но легкий. В мышцах, которыми только что работали, сильно нельзя, потому что можешь еще травмироваться мышцы. Потому что микротравмы, да? Если стретч сильно сделать, тогда увеличивает микротравмы. Поэтому мышцы будут болеть еще больше. Поэтому чуть-чуть достаточно, но не... Да, Стефан, вы знаете, он является профессором, другом и учеником Виктора Николаевича Силуянова, преподает в американском университете Kaiser University, очень грамотный специалист, черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Видите, что он не только человек науки, но и спортсмен из нашего круга. Ему можно доверять. Он тренировал очень много известных людей, известных спортсменов. Из Формулы-1, из боев без правил. 10 лет ты был тренером American Top Team. American Top Team. То есть человек не просто теоретик, а практик. А вы знаете, что практика все-таки лучше, чем просто голая теория. Вместе с Виктором Николаевичем, сегодня Стефан вам расскажет, он написал 4 книги. Да. Расскажи. Вот, первая книга по футболу, можно запомнить, что это теория и физическая подготовка. Это не как играть в футбол, а как именно сделать подготовку, чтобы мочь играть. Да, чтобы мощнее и чтобы быстрее и выносливее работали. Поэтому это физическая подготовка. Да, физическая подготовка. Физиологическая и методологическая подготовка к тренировкам. Это первая книга. Это уже в 2005 году в Бразилии. А потом уже в 2008 году, это уже я написал уже вместе с Силуянов. Это мы уже вместе писали. Эту ты сам написал? Это я перевел. А, это перевел. Книгу, это первая книга я перевел из русского на португальского языка. Угу. От Силуянова, Сарсаня и его сын. Это ага. А это уже я сам писал вместе с Силуяновым, уже писали в 2008 году. Здесь тебе уже Силуянов помогал писать эту книгу. Да, но эта книга твоя. Да, наша. Ваша совместная. Силуянов и я. Угу. А это тоже с уже на русском языке. Вместе с моей магистерская тема, диссертация. И начали от аспирантуры тоже. И поэтому вместе писали книгу. Тоже проблема. Это проблема технической подготовки. Это техника уже? Да. И вот. А уже в 2016 году это тоже книга по футболу, я вместе с Силуянов. Поэтому Силуянов много изучал футбол, именно физическая подготовка и физиология, как мышцы работают, как все. Почему это футбол? Потому что это самый распространенный вид спорта на планете? Да, и тем более в Бразилии. Бразилия. Это номер один спорт в Бразилии, поэтому очень много спортсменов, поэтому мы было изучали. Интересно. А уже у нас есть книга по изотону, именно по изотону. Изотону? Да, вот. Изотон. Это же я вместе с Силуянов. Это примерно... Очень похож на книгу, которую Силуянов имеет с Евгением Борисовым, Микинченком. И Силуянов там в России. Микинченко тоже наш друг, профессор, там известный в России. И мы сделаем новую книгу, теперь будем публиковать в Бразилии, тоже на португальский язык. А это уже по изотон книга. Тоже изотон, да. Уже на португальском языке. И это уже моя книга, уже все этот опыт, который я
получил уже в Америке, 10 лет работал в American Top Team и сделал бои без правил, да? И более 30 спортсменов из UFC там в Кении. Очень много чемпионов, и скоро будет на английском языке, и еще на русском языке. И не забудь, у нас есть сайт fitsambo.ru. Я даю ссылку. И ссылку тоже можно посмотреть. И Павел Владимирович Пашкин, тоже мы работаем вместе, поэтому если вы находитесь в России, можно с ним обратиться. Если в Америке, Егор, ко мне. Кстати, лаборатория спортивной адаптологии на YouTube выпустила свой канал. Вы уже тоже можете смотреть. Лаборатория Силуэта? Да, Силуэта. О, нормально, я свой даже не видел. Канал о, все, видишь? Так что вы можете обращаться уже тоже напрямую. Да. Пишите вопросы для Стефана, какие вас интересуют. Мы сделаем отдельное видео, где будем только отвечать на вопросы. Да. Поэтому в комментариях пишите вопросы, какие вы хотели бы, чтобы Стефан озвучил. Вот парочку вопросов про креатин. Можно ли креатин пить вместе с кофе? Можно, это в принципе нет проблем, не страшно, но затем забудет, креатин хочет воздействовать, если сладко, поэтому надо какие-то сладкие. Если люди хотят принимать креатин, лучше, чтобы сделать либо с соком, либо с сахаром. А можно с кофеином? Можно. С кофе не, не вместе с кофе, а вообще, если вот ты принимаешь креатин, можно ли в другое время пить кофе? Можно, это в принципе это без проблем, не мешает, но не забудь, что кофе или либо кофеин, они имеют эффект диуретик. Поэтому креатин, ты хочешь, чтобы воду задерживал в мышце, а кофеин убирает. Поэтому надо еще воду добавлять, если с кофеином. Это... Больше воды пить. Больше воды пить надо, это действительно. Отлично. Ты хочешь что-нибудь добавить по той тренировке, которая вот сегодня была? Вот, тренировка сегодня вы будет посмотреть. И самое главное, чтобы вы посмотрели несколько моментов, как мы сделали. И ваш вопрос, и мы уже можем отдельно ответить видео. На конкретный вопрос после того, чтобы вы смотрели видео. Поэтому так что, друзья, супер. Смотрите видео, и какие вопросы у вас возникнут, обязательно напишите в комментариях, и мы в следующий раз соберемся и ответим, точнее, конечно. Стефан ответит на и ваши даже вопросы. Даже на прямой эфир попробуем сделать. Сделаем лайф. Прямой эфир. Да. Может быть, даже с нашими российскими конечно, друзьями. Конечно, да. Отлично да, было супер. Бы. Окей, давай. Всем пока, Стефан, спасибо. Окей. А также не забывайте приобрести мои книги. Их вышло уже две. Отдельно для девочек, отдельно для парней. Это серия книг «Fuck Fitness». Почему она так называется, вы поймете, прочитав эту книгу. Взгляд и подход к тренингу кардинально отличается от общепринятого. И дает результат. Спасибо, друзья, что смотрите меня. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм.